Какой милаш! Кто тут у нас сладкий дракончик? Привет, зайка! Эй, а как же это не яйцо, это страшное оружие? Все правда. Когда-нибудь он сможет всех нас уничтожить. Но сейчас он такой сладкий. Не привыкай, потому что мы идем в Зедию, чтобы вернуть его матери. Это правда. Нам рано домой.